участию в конкурсе для детей и молодежи «Юный управдом», созидатель благоприятной среды проживания, приглашают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливой молодежи, принимающей активное участие в управлении своим домом, придомовой территорией, микрорайоном, школой, создании проектов, формирование доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях России. Участниками конкурса могут стать дети и молодые граждане в трех возрастных категориях. 10-13 лет – категория «Домовенок». 14-17 лет – категория «Юный управдом». 18-25 лет – категория «Молодой специалист» в сфере управления городским хозяйством. Подробная информация на сайте конкурс-управдом.ру. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что для отдельных категорий граждан, проживающих в Самаре, предоставляется компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. С 13 сентября по 1 октября состоится большой гастрольный тур Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева. Гастроли коллектива организованы в рамках Всероссийского концертного плана Минкультуры России. Один из старейших коллективов страны выступит 17 сентября в 17:00 в Тольяттинской филармонии. Концерт в Самаре состоится 18 сентября в 19:00 на площадке Самарской филармонии. В телеграм-канале Красноглинского района сообщают, что в концертах примет участие известная пианистка Валентина Лисица. В телеграм-канале Куйбышевского района продолжают знакомить с конкурсантами акции «Народное признание». В номинации «Единство и успех» выдвинуты ТОС «Кряж» и ТОС «26-й квартал». Территориальное общественное самоуправление «Кряж» уже более 14 лет объединяет самых активных жителей района. В период пандемии члены ТОС стали волонтерами акции «Мы вместе», помогали пенсионерам в покупке продуктов и оплате счетов, доставляли продуктовые наборы. Территориальное общественное самоуправление «26-й квартал» ведет свою деятельность с 2001 года. За последние годы по их инициативе, поддержанной населением, реализован проект по благоустройству территории на улице Егорова. С 2022 года ТОС принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного населения в зоне СВО. Голосование начнется 15 сентября.